Второй за несколько дней шторм Домингос обрушился в субботу вечером на западное побережье Франции. Однако, как с облегчением констатировали метеорологи, он оказался слабее, чем его предшественник Киаран. Максимальная сила ветра составила 151 км в час. В Бордо и Ла-Рошель скорость ветра превышала 120 км в час. Mais je suis habitué, on vient de la Bretagne, donc on a voulu éviter la tempête en Bretagne, et on vient ici. Новый шторм, тем не менее, осложнил проведение восстановительных работ. Утром воскресенья более 150 тысяч домов оставались без электричества, сообщается о раненых в результате падений деревьев. Шторм Киарана, силу которого испытали на себе жители северных Франции и Италии, а также Великобритании, Бельгии и Нидерландов, назвали самым разрушительным за четверть века. Число погибших выросло до 19, несколько десятков человек пострадали.